Маленький пассажир – великая отказность. Сегодня в области стартовала профилактичная акция. У областной ДАИ поведомили, что ситуации, когда батьки гребуют безопекой уластного дитяти, нередкие. За 9 месяцев у Гомельской области здействовано 11 ДТЗ, у которых потерпели 11 маленьких пассажиров. У 6 выпадках детей перевозили без утримливающих приладов, что привело до серьезных травм. До конца кастрычника сотрудники ДАИ активизуют информационно-тлумачальную работу по профилактиці дитячого дорожно-транспортного травматизму, проведуть рейды для выявления и спынения порушений правил перевозки неповнолетних.